Всем здорово, всем привет. После мегаписальщиков пришел блок DCM-3.7. Пытались залить кисы и туда что-то прошивку, вроде бы как официальную. Доходило дело до 9%, на этом дело останавливалось. Понятное дело, кисы, ваги, в Шкоды, Сиаты, Volkswagen и Audi DCM-3.7 блоки лезть запрещено. Забудьте, что они вообще там даже заявлены. Будем восстанавливать этот блок. Восстановление блока автомобиля Шкода. Блок DCM-3.7. Восстанавливаем с помощью ПЦМ-флешера. После того, как мега-кулибины пытались прошить этот блок с помощью кисы или китага, чего-то такого. Вот. Ни в коем случае ваги, ни в коем случае жизни не лезьте вообще ни кисой, ни китагом в этот блок DCM-3.7. Увалите и будет полный жопскин. Вот. Благо, что есть ровная прошивка, ровное оборудование и так далее. Восстанавливаем потиху. И заводим машинку после того, как прошили. С полтыка! Ну, лампочки мигают. Конечно, сейчас будем разбираться. Тут уже толпа кулибиных полазила. Вот, собственно говоря, и вся процедура по оживлению этого блока. Постарайтесь не делать такие косяки в дальнейшем, ибо восстановить блок все равно потом можно, как видите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, внизу в комментариях пишите свои комментарии. Всем до скорых встреч. Пока-пока.